Оперативный штаб учений возглавил начальник УФСБ России по Брянской области генерал-лейтенант Сергей Блинов. По сценарию целью преступников стал захват заложников в административном здании Володарской районной администрации Брянска. Террористы вооружены автоматическим оружием и взрывным устройством большой мощности. Оперативным штабом принимается решение о штурме, который заканчивается успешной нейтрализацией преступников и освобождением заложников. В ходе учений штаб ставит перед силовыми структурами области новые задачи. Одна из них – задержать пособника террористов, который сообщил о заложенном на железнодорожном вокзале взрывном устройстве. При каждом поступлении новой задачи руководители оперативных групп действуют строго в соответствии с определенным алгоритмом и минимальным риском для захваченных людей. Ведь главная задача – обезвредить преступников и освободить всех заложников. Анализ итогов учений показал, что силы антитеррора готовы противостоять террористическим угрозам в самых сложных ситуациях.